Самый старый городской парк Лакреевский лес к юбилею столицы заметно помолодел. Новое оформление, новая программа, новые темы для разговоров. Посетители остались довольны. Специально ко дню города в Лакреевском лесу сделали масштабную реконструкцию. Полностью поменяли входную группу. Все новое – это хорошо забытое старое. Именно так выглядели ворота в парк в 60-х годах, когда он только появился в столице Чувашии. Зона отдыха, клумбы, тропинки – все как раньше. Уникальная идея – восстановить объекты прошлого из современных материалов. Мне очень нравится наш город и особенно наш Лакреевский парк. Он очень сильно изменился, стал очень красивый, стал современный. Очень много интерактивных зон. Мы с внуком гуляем почти что каждое воскресенье приходим. Спасибо за такой чудесный парк, за такой чудесный праздник. За такими масштабными изменениями не только парка, но и города в целом огромный труд людей. Чтобы отметить тех, кто вложил душу в благоустройство и развитие столицы Чувашии, учредили специальную награду. Юбилейные медали в память о 550-летии города Чубоксары. В день города в парке Лакреевский лес 9 наград нашли своих героев. Вениамин Васильев – серебряный волонтер, заместитель председателя Чубоксарского городского совета ветеранов. Мы делаем все для того, чтобы пожилым людям жилось веселее, они были бодрее, чтобы не теряли здоровья и, самое главное, активной жизнью жили. И всем горожанам, и молодым, и пожилым желаю активного долголетия. Новый облик старого парка понравился и отдыхающим, и самим сотрудникам, и заказчикам, городским властям. В этом году в Чубоксарах массово благоустраиваются общественные места. Правда, погода внесла свои коррективы, поэтому и принято решение не торопиться, не делать работу ради работы. Горожане, сотрудники предприятий, рабочие, руководители все хотели выполнить максимальное количество работ именно к празднованию. Но погода внесла свои коррективы. И сегодня у меня задача все сделать к 24 августа. Те работы, которые мы выполняем, должны сохраниться на года, на десятки лет. Работ по благоустройству в Чубоксарах еще достаточно, но Лакреевский парк уже готов к наплыву посетителей. Чем больше их будет, тем веселее. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.